Всем добрый день! Представляем обновленную версию анализа отчетности онлайн-обучения. Это панель управления, в ней есть различные модули, которые можно настраивать, делиться, размещать на своих сайтах в виде картинок или вставок фреймов различного формата. Это очень удобно. Модуль «Нагрузка» показывает нам нагрузку на сервер, объемы файлов, IP-адреса, различные данные для анализа, которые рассмотрим позже. Различные варианты отчетов, например, по ученикам, по их прогрессу, позволяют осуществлять группировку, сортировку по различным показателям в динамическом виде. Это очень удобно для анализа. При этом можно размещать любое количество записей на одной странице, осуществлять поиск по фамилиям, по когортам или группам, по предметам, которые изучаются в онлайн-системе, и фильтровать по различным параметрам. Эти данные можно копировать, экспортировать в различных форматах, распечатывать и учитывать разные профили, задавать любой интервал выборочно или заданный интервал для формирования отчетов, отправлять их на электронную почту. По каждому студенту можно посмотреть более подробную его аналитику. Например, в данном случае из 13 курсов студент получил результаты по 7 предметам. И мы видим динамику на сегодняшний момент по различным предметам. Можно видеть динамику роста по отношению к другим студентам, которые обучаются в онлайн-системе, в том числе с разбивкой по видам модулей, по хронологии, разным цветом показана его активность за различные периоды времени, сколько визитов, сколько минут, сколько в курсе и сколько непосредственно заданий. Спасибо, это было первое знакомство, приходите к нам еще.